Всем привет! Добро пожаловать на канал. У нас сегодня с вами рубрика мини-распаковочки. И сегодня к нам еще одна моделечка пришла. Сейчас мы ее с вами быстренько вскроем и посмотрим, что тут у нас. Кордонки, клеенки, чтобы модель не болталась. Коробка большая, а сама посылка не очень. Та-да-да. Вот наш кусочек счастья. Если это можно так сказать. Скрываем. Моделью это назвать сложно. Но вы сейчас это и сами все увидите. Модель приобреталась на запчасти. Поэтому вот такое состояние. Та-да-дам. Как вам? Супер-пупер мега джип. О. Вот так. Вот такая вот у нас штука. Так вот, по красоте поставим. Вот такие два джипаря у нас. Немножко о модели. Ушатано, конечно, все в ноль. Так. Стяжки снимаем. Все. Здесь у нас колесо на охрененном болту. Два подкрыльника и руль. Здесь же немножко тюнингован передний бампер. Далее, что у нас здесь? У нас здесь в основном все стоковое. Так, мосты перетянуты почему-то хомутами. Коробка тоже на хомутах, но стоит серво на коробке передач. Коробка передач у нас здесь двухскоростная. Так. В принципе, особо здесь рассказывать нечего. Модель всем известная. Это ХГ-П-402. Вот. Конечно, мы обязательно покатаем ее в таком виде. Обязательно протестим. Потому что на таком Франкенштейне нам еще ездить не доводилось. Все здесь стоковое, ничего здесь не изменено. Машинка проходимостью вообще не блещет. Вот. Поэтому она бралась как запчасти. Ну, тут и нету больше ничего. База у него регулируемая. Там, по-моему, 270, 280, 290. Но у меня получается, наверное, 290. Это получается его максимальные. Так что посмотрим, какую сюда мы прикинем корочку. Вот, чтобы смотрелось все хорошо. И посмотрим, какой у нас получится внедорожник. Дальше, что у нас еще? Вот такая вот коробочка. С пометкой ХГ. Здесь у нас дополнительный комплект запчастей. Карданы. У меня, кстати, от первой ХГшки тоже запчасти где-то висят. Ключики, пиньончики. Баллончик. Еще одна коробка. Ага. Это накладки на поворотники. Дальше. Какие-то проставочки. Не знаю от чего. На галоп.
Не знаю, посмотрим. Не знаю, на какие-то проставочки. Для фар крепежики, чтобы диодики зафиксировать. И приемничек. Вот, приемничек, в принципе, очень нужный. Вот, так как можно использовать уже аппаратуру будет от ХГ и от Рема Хобби. Это я уже проверял, это видео есть уже у меня на канале. Вот, поэтому приемничек вещь хорошая и незаменимая, так как аппаратур у меня уже от ХГшки, ну, большое количество. Вот, в принципе, можно будет забиндить и катать. Три канала, очень удобно. Я коробку практически никогда не щелкаю. Вот, можно поставить либо свет, либо лебедку. Ну все, смотрите, что из этого Франкенштейна получится. Если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Проектов очень много, времени не хватает, так что извиняйте. Стараюсь выпускать видео почаще. Ждите, скоро это все поедет. Ну и посмотрим, как оно в деле. Все, пока.